Главный тренер хоккейного клуба «Номад» Полищук Федор Васильевич ответит на наши вопросы. Федор Васильевич, поздравляю вас с победой. Ваши комментарии по двум прошедшим играм против хоккейного клуба «Алматы». Да, спасибо большое. Ну, скажу, очень непростые игры были. Мы, в принципе, готовились и знали, да, что соперник хорошо играет в средней зоне от обороны, ищет контратаки, поэтому мы понимали, что нам придется преодолевать это и в то же время самим не увязнуть там в зоне и не получить контратаки. Ну и, естественно, ребятам говорили, что нужно держать дисциплину, неплохое большинство ребят, опытные ребята могут забить, поэтому старались держать дисциплину. На трибунах вас поддерживали болельщики, я уверена, что и в Астане вас поддерживали у экранов болельщики. Что-нибудь хотите им передать? Ну, конечно, большое спасибо за поддержку всегда здесь. Ну, у ребят много и родственников, и друзей, как бы это очень приятно, что нас поддерживают, конечно. Спасибо, с победой, успехов в следующих играх.